Трое суток добирались до Владивостока артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна. В столице Приморья они показали один-единственный спектакль «Игроки» по мотивам комедии Николая Гоголя под зажигательные песни Гарика Сукачева. Мы всегда считались одним из самых уникальных театров, потому что вот у нас представлены все в театре подразделения творческие, поэтому очень удобно делать спектакли, можно выбирать любую палитру, как начиная от музыкальных, заканчивая чисто драматическими спектаклями. Да, действительно, у нас в театре есть труппа актеров драмы, есть балетная труппа, есть целая большая труппа артистов-вокалистов и есть оркестр. Гастроли сейчас единственная отдушина у артистов из Донецка. Их родной театр в центре города неоднократно подвергался обстрелам. У него выбиты все стекла, посечен осколками фасад. Да и зрители здесь не видели несколько лет. Собирать большое количество людей в одном помещении до сих пор опасно. Это сейчас, для нас это глоток свежего воздуха, потому что театр существует только когда есть две стороны. Есть зрительный зал и есть сцена. И тогда возникает эта магия. Я не верю во все онлайн-проекты, при всей их красивости. Все равно это не то. И вот благодаря гастролям и благодаря приезду в ваш замечательный город, я, честно говоря, всю жизнь мечтал побывать во Владивостоке. Донецких игроков приморский зритель оценил по достоинству. В зале Горьковки был аншлаг. Артистов долго не отпускали со сцены. Им даже пришлось на бис исполнять хит «Моя бабушка курит трубку». Евгения Брыкина, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.